цели абсолютно понятные, они благородные. Я с самого начала ведь сказал, обращаю ваше внимание, в первом моем, самом первом публичном заявлении, обращении к стране, вооруженным силам, я прямо назвал цели. Цель главная – помощь людям на Донбассе. Вот это очевидная вещь. Это было неизбежно. Вопрос был только во времени. И то, что мы делаем, помогая людям, спасая их отсюда, с одной стороны, а с другой стороны, предпринимая меры обеспечения безопасности самой России, очевидно, что другого выбора у нас не было. Это правильный шаг.